все время с камеры ходишь? Да нет, все нормально. Кого критую? Да, вопрос. Тебя, может, Наська? У тебя банки есть, Наська? Нету. Блин, сейчас скину, подожди. Ты много банок скинь. Сейчас, с драгона. Сейчас. Однако он, бедняга, уже встал. Мне не надо, лучше ты вставай, Наська. Однако, блин, отходи, у меня шмот пожирнее будет. Держи, ну... Ну, две пачки у меня больше нет. А, ты есть че? Еще. Это по 5000. Все? Давай, давай, давай. Ну, больше нету, блин, сорян. Ну, я с пулька побью. Я не крик. Блять, а мне щита нет. Блять. Все, слава богу. Да я скинула щит. Ребят, скиньте щит под котлету. Сейчас. Быстрее, 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 быстрее. Танк уже собирается. Никакие мы не собраны. Ну, да потому что никто ни хера не сказал, что нужно что-то. Все, блядь. Какой есть, извини. Что ты виноват? Да нет, я не про щит, я про организацию нашу. А. Что мне надо делать? Мне надо банки поставить. Че пиздать? У меня быстро банки сольете так-то. Почему? Тебя бьют только пулики, блин. Бафнула, что ли? Да, блядь, я её бафнула до того, как узнала, что буду столбом. Можешь меня почистить из пачки? А. Быстрее, 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 все. Блин, Настя, блин. Ну, а что мне делать? Все, стреляйте, что я могу сказать? Не знаю, блядь, что сказать, вообще пиздец какой-то. Все нормально, Настя. Успокойся. Ну, да, давай. Все. Без комментариев. Где тоже. Это? Где танк? Почему? Почему здесь водила? Потому что надо быть в тесте постоянно. Ребят. Ой, арматура пришел. Арматура, я сейчас плакаю буду. Где ты шлялся? Спал, не поверите. Как можно спать, блин? Ты понимаешь, пока ты спишь, то другие качаются. Ну ничего, что я легкая вообще. Ничего. Три. Ничего, вообще ни разу ничего. Офигеть, ничего. Значит, мне надо это упасть здесь и так. Как минимум, не было выхода. Понимаешь? Думаю, да. Я не знаю, что сейчас произошло, но у меня так классно сейчас хп скакануло. Либо это глюк. Да не, они не глюк. Глюк, наверное, не знаю. Переходим. Такой странно. Это на нас не похоже. Че, идем дальше? Кто сверху? А кто у нас сверху сидит? Передин. Он какой-то че. Амельга вышел из игры. Это вы че, в данже, что ли? Да. Да. Арматур, я, наверное, сейчас один данжик, и ну и то мы его сейчас минут через пять, наверное, закончим. Вот, поэтому. Поэтому что? Поэтому ты пойдешь, короче, столбить. Кто такой Иридин? Иридин. Сверху, да, сидит. Да, это новичок. Наш новенький, ребят. А-а-а. Какого он уровня? Ну не знаю, когда он вступал, был 50-м. Сейчас не знаю, ничего не скажу. А давно он вступал? Сегодня днем. Зачепись, блин. Ну что, мы теперь всех будем собирать, блин?
Какой смелый танк, однако. По нему по 2000 водят, бьют. Почему так? Это вы о ком? Девастатор? У нас на Зуре два брата играла за одного танка. Танчили по-братски, да. Угу. Убейте, мама, ну чё? Что значит 5-6? Что это? А, чмот у меня 5-6. Нормально. Угу. Неужели заточка влияет на мобов? Конечно. Она на них влияет вообще. Не говорили, что заточка влияет на персонал, на ПВП. Когда с персонажем. Не. Куда мне поставить здесь? Тыками. Там и стоимость. Ага. Ой, ребят, стоит, я шутанулась. Ну блин. Вы первый донжец или какой? Да. Мы первый идем, но мне кажется, мы его не пройдем при всем желании. Угу. Чего? Нам, по-моему, всего хватает. Не знаю. Мне кажется, мы его не пройдем. Ну, мы просто очень фартовые. С кем-нибудь еще. Это, Костя, хотел у тебя спросить, ты там части этого бумбокса не продавал? Они у тебя остались? Блин, вообще-то продавал, я же спрашивал, нужны они? Печалька, печалька. Нужны они? Ну, я скупил почти все нужные ингредиенты для крафта, короче, этого огника 55-го. Надо бумбокс. Ты же еще жестишь. А зачем он тебе нужен? Качаться. Давать. Ну, ладно. Ну, у меня хорошо. Есть там коробки Леона, я их собираю. Да без там проблем, что давай сделаем. А нахрена ты вообще их продал? Блин, ну потому что они по факту ненужные, нахрен. Ну да. Были. Пока я тут все не надумал огни крафтить. Я же спрашивал у всех, как бы все такие вроде не нужны, ну как бы думаю, ну что. Да я тоже, я в первую очередь кричал, что не надо. Ну, бывает так. Не, ну ладно, соберем, это, в принципе, быстро. Костя. На самом деле, самая главная тема, это вот инструкция. Это вот просто да, все это остальное. Самое важное. Да. А все остальное как-то выпадает само собой, там, нормально. Ага. Ой, бьют меня. Сейчас сдохну. Смола. Смола, ты вообще-то ее убиваешь. А зачем ты ПК вообще выпил? А потом передумал и решил Настю слить. А это план. Такой просто тип. Настя, мне кажется... Какой нулевой? Кто нулевой? Километр. А. Какой нулевой там он, блядь, свечение, блядь, че не вижу, что ли? Нулевой, блядь. Да-да. Однако, ты почему не разговариваешь? Обиделся? Ну нет, я просто ни разу не слышал, чтобы он разговаривал. Че ты тут не хочешь? Не говорит. Нормальный такой?
Нормально встала? Всех устраивает? Так. Смола, ты хоть не бей пока сейчас. Три крита, я думаю. А зебра у нас в гильдии, что ли? Я не в курсе. А чё, мы зебр набираем? Кто такой зебра вообще? Бывший МЛГ, мы его не сливали, потому что он хороший. Критуйте меня, танк заводит. Блять. Заводит танк! И, блять, а голая женщина. ПК кончилась просто на СПшке. Мобов критую. Все, смол сдох. Арматур тут? Чё за бумка?